Да, в 10. Какой шкаф, блядь? Ну, камень Сумона нахуй рядом. Мне так душ нет, не спрашивай. Я к камню Сумона иду. Я тут. Меня душ нет, у меня, блядь. 13 душ СС, блядь, надо хуй, раздавать. Раскол души, блядь, за что я буду давать? Еще кого там суманить? Да цешку суманите, пожалуйста. Тортика. А что свечный хочешь? Ну, спроси, кто на воню чисто идет, того и кикни, и все. Типа, у кого нет ИК-25, просто выкини, все. И возьми того, кто пал, и не парься мозги. Да мы уже с умой не могут возле камня. Все молчат, чужого не убьем, пол рейда ливнет нахуй. Объясните ему, что мы сейчас выкидем, и не на оню. А он знает, Хартмут знает, что мы сейчас на них идем. Я думал, мы на оню обычно находились сначала. Ок. А кто-то только что ушел. А, нет, это Малефисента. Вниз отпустили, увидела. Кто такой маг? Это тот самый, 224-й. Поменял бы мага на паладина. Хуй знает, смотри сам. Я про сколько сов у нас на данный момент? Я вижу две, три. Четыре совы, что ли? Да, три ханта в рейде, первый раз такое вижу. Я впервые раз вижу, чтобы 4 совы было. Обычно хотя бы один кот есть. Вообще котов нету. К сожалению, мой кот сегодня без проходки. Ну, друг старый. Да, вполне. Да, булочка. Ой. Ой, слышь, есть смысл покупать за ОД шапку 245 на хапала вот эту, или плечи какие-нибудь лучше взять? Или подождать, пока токены не в него ничего упадет, потом докупить лучше? У меня ни одно, я не покупал Т9. А это хуета, я не хочу Т9. Я типа лучше нонсетовые какие-нибудь 232 одену, чем...
Может маг какой-нибудь стол сразу поставить, пожалуйста? Поставил. Благодарю. Так вот, есть минутка отойти? У меня уже достаточно таких предметов. Вроде, когда ты его кикнул, сразу вышел. А это раньше он был в гильдии, вот, в Херасе. Хан 230-й хан написал. Чисто на кех харда, да? Кстати, ребят, пока мы тут сидим, типа, у меня есть вопрос к рейду. Нет желающих 28 бонусов продать за 20 тысяч голды? Как тебе бонусы, типа, продать? Хардмод! Хардмод, давай, да. Давай это после рейда пообщаемся по этому поводу. Ты ж собака, я тоже хочу! Нет, типа, я дам просто логин и пароль, в ЛК зайдешь, закинешь, я зайду, дам тебе голды. Да-да-да, я понял. Все договорились. На смену класса надо на лока. Хочу себе быка этого сделать. Там 2% крита и сила крита 2%. ДПС побольше будет, вроде как говорят. Сколько 29 бонусов стоит? 290 рублей, что-то такое. Там 1 к 10 вроде или 1 к 5, я не помню. Ну там, 200... понял, там говорят... Да, 290 рублей. Там скинами с CSGO, с Dota 2 можно, типа, оплатить, прикинь? Нормально. Сейчас в Диму зайду. Нормально он в Диму зайдет. Сильно не... Жалко Диму. Хорошо подала. Договорились. Я просто не хочу на фанпэй продавать голду, забанят нахуй. А так, типа, я думаю, так можно же делать, правильно? Никто ничего не забанит, никому ничего не сделает за это. На всякий случай на рарника тогда тоже метку сейчас, чтобы мы не путали. Типа.
Добрый день. До Добро встречи. Пожаловать, герои. Вы репаблики последнего еще. И без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Что-то я прослакал. Рыба была, да? Он стоит. Стоит рыба. Как это поставили. Как это поставили еще. Хуй знает, блядь. Никто ничего не сказал. Бой, герои! 5, 4, 3, 2, 1. И... Хилей, на хилей сидит. Смобаль на хилей. Четыре, три, два, один. Да, Ван, не стой перед ним. Да-да-да-да, переагри. У меня чуть-чуть время осталось. А мне дебаф.
Кинулся. Все, иди. Дай на холе. На холе пала, дай имя, пожалуйста. На мне огненный. На ранних. Дебаф. Бля, все. Цепанулся. Выведи, сложи. Конечно, скажи. Кто-нибудь из слов, дайте потом минор, пожалуйста. Следующим перетыканием предъяви, ну скажи мне, когда нажать на это. Читаю гимн Аман.
Можно дать мастер аур. Сину врезался. Он раньше упал. Хилая руинка. Все чудовища повержены! Мне в ДД сейчас рарник. Привет. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Да. Чарократ, короче, да. Вот, что делать мне? Подаван. Подаван. Когда я закончу, появится.
появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Небобамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Пять, четыре, три, два, один. Перед вами француз, гражданский повелитель желающего легиона. Паладинов, у кого аура воздаяния стоит? Третью ауру поставь, пожалуйста. У нас Ханкуль упал. Не дотягивай. Проведи боссов, тогда лужу разлил. Поднять. Мак, второй, ты в диссе, нет? Я здесь из стаков спиздил, то есть что-то делал, не? Стаки, стаки, блядь, стаки. У меня уже 10 спиздит. Гера будет. Дайте походу просто. У кого не в КД? Дайте имя. А я не в КД, могу кинуть кому?
Скайхилок. Дай. Так, вам скайхилок заберу. Брать, Белебор, не Белебор, Корсит, тут есть БР, дай БР. БР мне типа хилу по одному. Я подумаю, что да. Киркес, тут дай БР по хули пау. Я не даю на хп. Чё, голем жив. Ой, докидай, что у него 20 хп. Весьма трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! Чернокнижник заигрался и поплатился за это! Турнир продолжается! В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Маньяку Лёхе, он что, особенный не играть по инферналам или что? 20 тысяч урона по инферналам. Меньше, чем у танка даже. Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Не забывай, что я внутренне могу играть стаки на них. Ну, вон и вот еще второй хан, который X, Варвар X, тоже не играл по инферналам. Во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Хилаешь зверь просто. Угу.
у Евгеши. Да-да. Напоминания у меня нету. Скажи еще раз кому. Говорю, запоминания у меня нету. Самого Дмитрия. Да. Еще раз, на кого мне дать? Хорошо. Да, Алису что-то не мог выбрать сейчас. Слишком далеко. Диспел. Куржите цели, алё, куржите ходки. Так, друга некого контролить. Меня пиздят все равно, сука.
На цели слишком много хила. Снимайте. Как ходки не снимает, слишком много ходок на нем. Упала. Нет, висит. Я постоянно не спали. Значит, мало. Ханты помогают. Пусть маги... У нас три ханта, если что. Маги же могут воровать ходки, насколько я знаю. Где уж тебе? Я пытался списить обновление. Что-то не выходило. Ну, вроде должно в теории как бы сниматься, но что за хуйня. Ну, в смысле, усмиряющий вычитывали. Вот эта хуйня. Ну, снимает один магический эффект и рейдж. Ну, так я по КТ и хуярю тут. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Может, СС-ки кому-то раздать, не знаю, что поможет. Меня просто сдувает, потому что я вот этого, блядь, руля нахуй фираю, фираю, меня там ДК тянет, нахуй пиздит. Две тычки я упал. О, кому сбивать? А мой таргет посмотри, если можешь. Нузл, всё. Вот, нузл чудо-дей, маг. Хант, съебись с рыбы. Да-да.
Блять, нам не все. Сало дали. Веру дайте. Жалкая тряпка. Минут. Короче, он резать не хочет. Пурш, пурш, все Ходкина. Мне страх. Пять ходок на коньке. А мне вообще не хилили. Я далеко была. Маги не могут Ходки снимать с них. Да он долбоёб нахуй какой-то, я не знаю. Читай чат, что он пишет, и всё. Он конченый, говорит, ты чё, Рел? Я говорю, сука, Рел сказал, бля, говорю, нахуй, в Дискорд, сука, заходи, блядь, животное. Это лучшие представители Орды. Сука, я хуеваю, скажи, в нём всё сильнее хуеваю с этого ебаного Сируса, нахуй. Сколько тут долбоёбов, нахуй, играет мне. Говорит, ты кто такой? Лок? Говорит, нахуй мне это надо. Говорит, ты чё, Рэл? Ебать, нахуй. Да, блядь, смысл объяснять ему долбоебу чё-то? Понял. У меня просто вон тут две тычки дают, и всё, я сдох. Смотри. Парарник с левой стороны умер. 27 рассеивания, куда вам ещё? Просто по КД практически. Рэл, ты кого говорил изначально бить? Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоего. Он что, чей-то с кем-то пришел, да, сюда? Да, он с гильды Хераси. Так, а может, как ты его, блядь, попросишь, не знаю, чтобы он зашел в Дискорд. Или он какой-то приближенный, не знаю. Все в Дискорде, он, блядь, нахуй тут. Он еще Хераси что-то пишет. Кто это? Это меня спросил или что? Не знаю, у кого он что спросил, без понятия. Сидят они в другом дискорде, вчетвером. Ага, ну нихуя себе.